На майские праздники изменится график движения пригородных поездов на участках Москва-Тверь и Москва-Конаково. 27 апреля в субботу, а также 2 и 3 мая в среду и четверг. И с 6 по 8 мая, то есть с понедельника по среду включительно. Они будут ходить по расписанию рабочего дня. В промежуток с 28 апреля воскресенье по 1 мая вторник и с 9 мая Дня Победы по 12 мая включительно пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня. Абонементные билеты будут работать так. Рабочего дня не действуют с 28 апреля по 1 мая, 4-5 мая и 9-12 мая. А абонементы выходного дня будут действовать с 27 апреля по 6 мая и с 8 по 13 мая, сообщает Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.